Только по официальным данным, за прошлую неделю в Алтайском крае зарегистрировали 9761 случай заболевания ОРВИ. Это на 8,5% больше, чем недели ранее. Данный рост заболеваемости ОРВИ в крае регистрируется преимущественно за счет взрослого населения и детей от 0 до 2 лет. Так как вовлечено трудоспособное население, которое находится в трудовых коллективах, а высокая плотность и тесное общение в коллективах способствует распространению инфекции, так же, как и активный образ жизни населения и миграция в связи с отпусками. Среди деток от 0 до 2 лет это тоже логично, потому что это в основном в домашнем очаге, это родители, это сестры, это братья могут принести данную инфекцию. Продолжают в крае фиксировать и случаи заражения коронавирусом. Говорить о вспышке не приходится, но некоторые жители попадают с ковидом в стационар. В случае заболевания новой коронавирусной инфекцией у нас регистрируется ежедневно и проводится обследование всех заболевших. И за предыдущую неделю, также с 12 по 18, у нас зарегистрировано 46 случаев новой коронавирусной инфекции. Куда больше, чем ОРВИ и коронавирус, врачей сегодня беспокоит грипп. Его время пока не пришло, но уже сейчас специалисты рекомендуют сделать прививку. В регион поступило 324 тысячи доз. Это только первая поставка. До декабря в регионе планируют привить 60% населения, то есть более 1 миллиона человек. На вакцину против гриппа можно записаться через госуслуги или в регистратуре поликлиники по месту жительства. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.